За сутки бомбу в Одессе искали четырежды. Правоохранители задержали телефонных террористов, которые четыре раза сообщали о заминировании Приморского райсуда и еще пять об угрозе взрыва в банке. Пока разбирались со злоумышленниками, на линию 102 поступили сообщения о новых минированиях. Якобы бомбу заложили сразу в трех торговых центрах и в Одесском горсовете. Однако взрывоопасных веществ так и не нашли. После многочасовой проверки всех помещений и прилегающих территорий взрывотехники пришли к выводу – сообщения ложные. Для проверки помещений на указанные места выезжали следственно-оперативные группы, милиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Указанные деяния наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, согласно части 1 статьи 259. Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.